пошла! Леночка, да ты же сама знаешь, что нельзя орать, замолчи ты! А, точно! Буду молчать, только как же себя сдержать? Мне так страшно, когда он так рядом! Леночка, да постарайся ты замолчать, сейчас он уйдет! Ой, Толик, кажется, он перестал пинать нашу машину. Подожди, я сейчас посмотрю, где он там. Ах, где же эта парочка, Crazy Life? Когда же мне ждать от них помощи? Так, блин, где же мне эту медичку искать? Здесь я уже был, надо походу туда, вглубь леса идти. Это поле стороной обойти. Так, погнал. Точно, я был прав, эта медичка связанная. Это ж кто с ней так расправился? Походу, она даже без сознания. Ну нифига себе! Блин, ребята, тут кто-то еще замешан. Походу, у сиреноголового есть помощник. Если кто-то видел и что-то знает, кто расправился так с медичкой, быстрее пишите в комментариях. Ой, я не поняла, а чего я связана? На помощь, кто-нибудь, телефон. Только не сейчас. Это 100%. Мои помощники мне звонят. Что же делать? О, как их предостеречь от этого? О, походу медичка очнулась. Самое время бежать ее спасать. Не понял. А это еще кто такой идет к медичке? Вот ё-моё, до телефона не дотянуться. Я связана. Так, ну тут эта парочка явно не при делах теперь. Это не скотч, это веревка. Кто же посмел меня связать? Это значит, что кто-то тут рядом, раз мне телефон звонил. Это точно за мной. Блин, что же делать? А может быть, покричать? Кто-нибудь, на помощь! На помощь! Блин, ты что творишь? Блин, медичку вырубил. Блин, у меня ничего с собой нет. Ладно, подожду здесь, пока уйдет. И спасу нашу медичку. О, походу уходит этот злодей. Самое время пробираться к медичке. По сторонам вроде никого нет. Все, погнал я. Медичка, медичка, что с тобой? Кто же тебя так связал? Да очнись ты. Да прошу тебя, очнись. Медичка. Кто тут? Это я, тихо, тихо. Да нет, конечно, это я тебе звонила, ты трубку не поднимаешь, я на помощь к тебе прибежал. Ах, я так и знала, что вы меня в беде не оставите. Меня какое-то непонятное существо преследует, вроде бы как это сиреноголовый, а у него какой-то подельник, наверное, есть. И кто-то меня просто вырубил, даже не знаю как, и вот связал. Все, медичка, тихо, хватит рассусоливать здесь. Давай тебя освобождаю и убегаем быстрее, там Лена в машине нас ждет, потому что сиреноголовые эти где-то здесь поблизости. Давай. Только аккуратно. Во, все. О, где тут? Давай, давай, доставай голову. Погнали, помчали, телефон, телефон, быстрее бери, да. Бери. Давай, побежали. Давай, давай, медичка. Ой, я не могу бежать. Что такое? У меня ноги затекли. Блин, что ж ты сделаешь ради спасения? Иди сюда, помчали. Все, тихо, медичка, тишина. Блин, ну и ты и тяжелая. Фу. Давай, медичка, останови. Тут передохнем. Присядь. Нам около дерева, но никак нельзя присаживаться. Именно в такой момент я присела тоже отдохнуть, и меня кто-то вырубил, отчего я и сознание потеряла. Так, короче, медичка, тогда ты своими ногами идти можешь, потому что нам надо поле перебегать, а там может быть сиреноголовый, а я с тобой точно попалюсь. Ой, знаете, ну немножко пока вы меня несли, ножки стабилизировались и теперь могут идти сами. Да.
Давай, тогда так встаем, я тебе буду помогать. Давайте. Погнали. Давай, давай, медичка, поднажми, нам чуть-чуть осталось. Ага. Вот, медичка, смотри, вот это поле. Ага. Пока они нас не заметили, нужно тихонько пробираться. Пошли туда. Ага. Давай. Блин, давай, давай, медичка, быстрее, пока они нас еще не заметили. Ой, что? Мне кажется, что уже заметили. Давай быстрее по газам. Давай быстрее, надел свои каблуки. Красота быстрее. Требует жертв. Медичка, вот машина, давай быстрее. Ой, что-то мне так неспокойно. И так долго Толика нету. Толик бежит, и рядом с ним медичка. И сиреноголовые за ними гонятся. Ребята, давайте быстрее, быстрее, быстрее. От них убегайте, ну же. Давай, давай, быстрее садись в машину. А я с ними сейчас разберусь. А вот, приближается. Ну что, сиреноголовый, давай поближе. У меня для тебя есть сюрприз. Лови. Ес, как он разлетелся круто. Ой, блин, там еще один наступает. Где моя еще одна граната? А ну-ка. Лови подарочек, сиреноголовый. Вы мне не страшны, я знаю, как с вами расправиться. На! Yes, вот это зачет! Девчули, не переживайте, я вас спасу! Я знаю, как бороться с этими сиреноголовыми! А, еще один! Где моя еще одна граната? А! Блин, прямо на дороге выскочил! На, получи! Еху! Круто разлетелся! Ну что, где еще? Давайте сюда, я вас не боюсь! Ладно, короче, все, надо сваливать. Супер, девчонки, ну что, вы видели, как я с ними расправился? Короче, погнали быстрее отсюда. Да-да, Толик, давай быстрее, погнали отсюда. Быстрее дави по газам. Ой, как же я вам благодарна, что вы меня спасли. Какие же вы добрые люди. Не переживайте, я у вас в долгу не останусь. Да это не то, что нас благодарить надо. Это вон Толика надо благодарить. Это он реально герой. Реально он вас спасал. Потому что мне было очень страшно. Как же я рада, что я наконец-то в безопасности. Ой, а это же моя сумочка. А что это она, интересно, делает у них в машине? Ребята, может, вы мне подскажете, каким образом моя сумочка оказалась в машине этой парочки? Пишите мне обязательно об этом в комментариях. Ну, а вы были на Crazy Life. С вас обязательно лайк. Все, всем пока!